Подарки за знания. В Тюмени объявили победителей 5-го краеведческого конкурса «Памятники Тюмени». Он шел несколько месяцев, и в этот раз основной темой задания стало деревянное зодчество. Взрослым пришлось выполнить фотоквест, подросткам написать эссе. А самые маленькие участники раскрашивали наличники деревянных памятников архитектуры. Ученики 49-й школы и вовсе получили специальный приз от городской думы за сохранение национальных традиций. Город Тюмень планирует все-таки сделать такой пешеходный бульвар по старому городу, где люди, как на Арбате, могут ходить. И на самом деле для туриста это будет важно знать, какой город был много-много сотни лет назад.